Началось с мужчины, то, что был недоволен, что ему пришлось ко мне подойти. Конечно, выслушала я многого о себе, чего не знала. Бабушки очень возмущаются, конечно, очень жалко их. Они все с ногами, с больными. Много людей уже в опохмеленном виде, лишние запахи. Сейчас жара начнется. Мы и так закрываемся, потому что очень на запахи мы реагируем. Конечно, очень неудобно. Добавилась нагрузка, конечно. Нам и в движении надо следить, и за движением, и за проездом следить надо. Конечно, мы все были бы против этого. Терпимо. Но не знаю, как дальнейшее будет. Это еще у нас народу не так много, потому что в отпусках и школьники на каникулах. Но вам зарплату добавят? Ну, с выручки маленько добавляют. Я считаю, что прежде чем вот вводить эти новшества, надо, во-первых, навести порядок на дорогах. Во-вторых, надо нормальный транспорт нам. Тюрьму и так возим за собой, за плечом, не с нашим подвижным составом. Вся изношенная тормозная система Ниякова желает лучшего.